Что это? Я не уверен, но это подозрительно напоминает излучатель стабильного поля. Как бы там ни было, О'Нил сказал уничтожить его. И я это сделаю. И даже знаю как. Это я. Себастьян, я уж думала, ты про меня забыл. Ну что, ты закончил со своей взрывчаткой? Да, теперь ищу повод, где бы ею бабахнуть. Отлично, отправляю свои координаты. Тащи весь арсенал. Пойдем на охоту. Ясно, уже иду. До скорого. Почти готово. Скажите, когда можно будет. Объясни-ка мне кое-что, Хоффман. Ты не очень-то удивилась, увидев здесь Эсмеральду? А должна была. Она не новый человек в СТЭМ. В Мёбиусе все всех знают, да? Скорее, это я всех знаю. Я много лет занимаюсь оценкой новых сотрудников. Как одна большая семья уродов. Эсмеральда – самый полезный человек в опасных ситуациях. Она хороший солдат. Вот это прямо в точку! Выходит, ты и Миру знаешь? Знаю. Мы плотно сотрудничали. Как она могла это сделать? Как она могла просто стоять и наблюдать, как они проводят опыты над Лили? Как она могла сказать Лили, что я мертв? У Миры очень сильный материнский инстинкт. Она вступила в Мёбиус ради Лили. Ну и про опыты ты загнул. С Лили хорошо обращались, и она могла ежедневно общаться с матерью. А по поводу того, что Лили считала тебя погибшим... Думаю, Мира сказала это, чтобы защитить ее чувства. Да, здорово. Значит, материнский инстинкт Миры просто немного вышел из-под контроля. Надеюсь, когда все будет кончено, дела в вашей семье наладятся. Я побывал в мире Теодора. Если это отражение того, что у него в голове, то у него явно проблемы с психикой. Это объяснило бы его силу. И все же он прячется. Наверное, из тени проще манипулировать. Ну, я его вытащу из этой тени. Если Лиам сказал нам правду. Есть только один способ проверить. Тебе лучше не быть здесь, когда эта штука рванет. Да уж, не хочется. В соседней комнате интересные приборы, над которыми работал Лиам. Проверю, вдруг найдется что-то интересное. Ладно, но потом возвращайся в свое убежище. Кто знает, что будет, когда мы выведем из строя эту штуку. Ладно. Скажи-ка мне, Торрес. Так ты уже была знакома с Хоффман? Все знают Хоффман. В Мёбиус все попадают только через ее кабинет. Ей можно доверять? Раньше я бы ответила нет, но ничто так не заставляет пересмотреть лояльность, как предательство со стороны руководства. Она здесь в ловушке, как и все мы. Хм. То есть ты не уверена? Да нормальная баба, просто немного отмороженная. Ну да, сложновато доверять тем, кто смотрит на меня, как на молекулу под микроскопом. Не знаю, что будет, когда мы взорвем эту штуку. Я тоже, но мы хоть что-то делаем. Вряд ли Теодор согласится оставить Лили в покое. Он, похоже, не из тех, кого можно уговорить на правильный поступок. Так что, прикажешь стрелять на поражение? Просто говорю, что нужно быть готовыми ко всему.
Никто не знает, что здесь может произойти. Извини за вопрос, но как девушка с твоим характером оказалась в такой организации, как Мёбиус? В армии я была подрывником. Военные одолжили меня Мёбиусу для спецопераций. Когда моя служба закончилась, пришли они. И ты просто вступила в их ряды? Они умеют убеждать. И знают, о чем следует помалкивать. Я выполняла задания, которыми точно не буду гордиться. От тебя ждут слепого повиновения. А если ослушаешься? Когда Мира предложила мне шанс выбраться оттуда, я согласилась. Несмотря на все, что я сделала, у меня остались представления о морали. Ну как, этого хватит? На 10 таких штук хватит. Готова взорвать по твоей команде. Я готов. Пойду посмотрю на оборудование за стеной. Удачи вам обоим. Ну, поехали. Операция «Надери зад» начнется через 3, 2, 1. Ты как, Торрес? Торрес? Ты где? Себастьян Кастелланос, ты отказываешься ступить во тьму. Значит, хочешь вытащить меня на свет. Необдуманные решения всегда тебя подводили. Ну иди, я тебя жду. Хочешь найти любимую дочку? Так иди же. Узнай, то ли это, о чем ты мечтал. Господи, Лили, ты здесь? Thank you.
Hey!
Никогда не сдавалась. Не то, что ты. Она пыталась тебе сказать. А ты глупый, не слушал. Нет. Нет. Нет, все не так. Мира смогла то, что не смог ты. Ты не хотел слушать. И потерял их одни. А потом себя самого потерял. Ты обо мне ничего не знаешь! Мира поняла, что для достижения цели надо уметь подчиняться, объединяться.
И после этого ты все равно хочешь воссоединиться с Лили? Я хочу. Я должен найти ее. Ладно, тогда иди ко мне. Лили, это правда ты? Лили. Нет. Лили. Ну вот и она, твоя дорогая дочь. Ты не этого хотел? Папа? Это все ты виноват. Почему ты меня не спас? Нет. Пожалуйста. Я не смог. Я хотел. Нет. 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 Обречен повторять ошибки прошлого. Или примкни ко мне. Сделай это, и я исполню все твои мечты. Вместе мы заберем Лили у мира. Когда у меня будет сила ядра, ты станешь по-настоящему свободным. Нет. Пулями меня не остановишь. Когда же ты поймешь это? Выстрелил в меня, Себастьян. Зачем? Нет, нет. Ладно. Давай-ка выбираться. Нельзя ему поддаваться. Тебе надо отомстить этому ублюдку. Себастьян, что с тобой? Ты в порядке? Ты слишком много работаешь. У тебя голова уже кругом идет. Мира? Торрес, где? Я дома. Как я?
Комната Лили. Точь в точь, как раньше. Как бы я хотел, чтобы она осталась такой. Я только и делал, что работал. Вернуть бы хоть немного времени. Я провел бы его с ними. Это письмо. Последняя весточка от Миры. Оно было спрятано в ее документах. Тогда это казалось бредом. Но я должен был ей поверить. Мой милый Себастьян, если ты получил это письмо, боюсь, случилось самое страшное. Это значит, что в своем расследовании я слишком приблизилась к разгадке. И, скорее всего, ты меня больше не увидишь. Прости, что держала все в тайне, но я хотела тебя защитить. Или от правды, или от своего безумия. Прикладываю копии своих документов. Я очень надеюсь, что ты никогда их не получишь. Но если все же это случится, тебе придется завершить то, что я начала. Прошу. Добейся справедливости ради Лили и ради меня. Я очень тебя люблю, Мира. Мне очень жаль, Себастьян. Ты столько пережил, столько времени в одиночестве. Я сам виноват. Ты пыталась мне сказать, а я тебе не верил. А теперь я в полном раздрае. Разговариваю с галлюцинациями. Я тебя подвел. Не смог спасти Лили из огня. Я всех подвел. Это неправда, Себастьян. Не было там никакого пожара. Ты это теперь знаешь. Но ведь я не уберег ее. А как бы ты мог? Мёбиус все равно, что стихия. С тем же успехом ты можешь винить себя в землетрясении. Это вне твоей власти. Ты должен перестать себя мучить.
Ты хороший человек, Себастьян. Поэтому я за тебя и вышла. И на этот раз ты можешь ее спасти. Против тебя многие силы. Но ты должен держаться. Не дай прошлому себя победить. Я прощаю. И Лили простит. Но главное все-таки простить самого себя. Простить себя. Она права. Она всегда была права. Теодор использует против меня мое чувство вины. Но в чем я виноват? Это их вина, а не моя. Они забрали у меня все. Не я это начал. Но я это закончу. И не дай бог никому встать на моем пути. Что случилось? Она тебя вытащила. Мне жаль, Себастьян. Я пыталась ее спасти, но... Нет. Я стрелял в нее. Рана от пули была неглубокая. Она погибла от ран, полученных в бою с этими тварями. Проклятие. Она не должна была так погибнуть. Она была хорошим солдатом. Она хотела спасти Лили, а теперь сама мертва. Это я виноват. Опять. Нет, Себастьян. Ты не виноват. Не позволяй ему. Ты права. Чертов ублюдок. Этого он и добивается. Внушает мне чувство вины. Но это он все сделал. Не я. Это он виноват. Ладно. Пора наводить порядок. Мне надо найти Теодора. Это не проблема. Взрыв механизма Лиэма сработал как надо. Теодору теперь некуда спрятаться. Вопрос, как до него добраться? В смысле? Я сняла это с камер наружного наблюдения. Посмотри. Крепость Теодора появилась посреди Юниона. Но она окружена колоссальной стеной огня. Черт. Через такое мне не пробраться. Думаю, есть один способ. Я нашла у Лиэма одно устройство. Оно должно помочь. Отлично. Давай посмотрим. Оно еще не совсем готово. Надо кое-что поднастроить. Ладно. Делай, что считаешь нужным. Помнится, тут рядом был отель. Пойду посмотрю, безопасно ли там, и пришлю тебе координаты. Приноси туда устройство. Ладно, до встречи. Еще кое-что, Хоффман.
Теодор манипулирует моим сознанием. Всякий раз, как мы с ним сталкиваемся, он обращает против меня мои же кошмары. Это на него похоже. Он спец по нейролингвистическому программированию. А здесь и лингвистика не нужна. Зачем говорить, если можно прямиком забраться в голову? Он меня почти сломал. Но я заглянул в себя поглубже. И там кое-кто нашелся. Этот кое-кто подсказал мне, что делать. И я готов бросить вызов Теодору. Да, я вижу, что ты готов. Откуда ты... Ах да, ты же штатный психолог. Эсмеральда была бы жива, если бы не стала меня спасать. Не вини себя. Мы говорили, пока я пыталась ее спасти. Она рассказала о плане. Она хотела добиться цели. Она сама так решила. Понимала весь риск и делала то, что считала должным. Сказала, что в долгу перед тобой. В долгу? За что? Мы только познакомились. Эсмеральда. Это она забрала Лили и сожгла ваш дом. С тех пор ее мучило чувство вины, потому она и присоединилась к Мире. Потому и рисковала ради тебя жизнью. Что? Прости ее, Себастьян. У нее тогда не было выбора. И она пыталась искупить вину. Она пожертвовала жизнью ради спасения моей дочери. Еще как пыталась. Она сделала все, что могла. Прости, Эсмеральда. Я сделаю все, чтобы твоя смерть не оказалась напрасной. Я пристрелю его, как паршивого пса. Алло, кто-нибудь меня слышит? Сайкс, ты все еще там? У тебя все хорошо? Себастьян, а я как раз тебя разыскивал. Я в порядке, но мне очень нужна твоя помощь. Не пожалеешь? Наверное, нужно пойти в его убежище и узнать, в чем дело. Thank you.
Кидман, это я. Хорошо тебя слышу, Себастьян. Мёбиус. Название. Это все, что я о них знал. Все пути, которыми я шел, вели в тупик. И теперь выясняется, что они повсюду, прямо перед носом. Но невидимые. Я не понимаю, как. Я уже говорила. Ты не нашел следов Мёбиуса, потому что они не хотели этого. Они существуют уже очень-очень давно. И знают, что делают. Мы знали, что ты ищешь. Следили за тобой. Мешали тебе всякий раз, как ты подходил слишком близко. Почему? Почему они это делают? Людей нужно направлять. Людям нужны лидеры. А то, чего жаждет Мёбиус, это не лидерство. Это порабощение. И они это знают. Если бы они обработали всю прессу и всех политиков, то уже не таились бы. Они прячутся в тени, потому что знают. Это зло. Если бы люди узнали правду о Мёбиусе, их бы с землей сравняли. Может, ты и прав. Но если кто-то и узнает правду, как это доказать? Да уж. Лучший способ скрыть заговор – это убедить народ, что заговоров вообще не бывает. Кидман? Да, Себастьян. О чем ты думаешь? О Лиле. Все, что здесь творится, происходит из-за нее. Все хотят заполучить ее, как будто она предмет, трофей. А на самом деле она и есть жертва. Бедняжка даже не знает, что это такое жить обычной жизнью. После стольких лет в Мёбиусе. Осталось ли в ней что-то детское? Она по-прежнему славная, милая девочка. Надеюсь на это. У нее украли детство. Она даже не успела пойти в школу. Найти друзей. Никаких праздников и дней рождения. Мне жутко думать о том, что она вынесла. Лили всегда была умницей. Наблюдательной, смышленой. Она умела так смотреть на тебя, что становилось очевидно. Она все понимает. Не только то, что ты говоришь, но и то, что ты чувствуешь. Я всегда знал, что она особенная. Но думал, что это мне кажется, ведь она моя дочь. Лили правда особенная. Ее нашли и выбрали из-за выдающихся результатов по типовым тестам. Я продолжаю говорить о ней в прошедшем времени, потому что все еще не верю, что она жива. И здесь, внутри. Все так и есть. Но чтобы заново с ней познакомиться, тебе для начала придется ее спасти. Я помогу тебе. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Это не очень хорошо. Давайте я помогу.